Не можешь задонатить в любимую игру? Или хочешь продать старый аккаунт? Тогда тебе на playrock.com. Playrock.com – это маркетплейс игровых товаров и услуг, где более 200 игр и приложений, регулярные скидки и всегда выгодные цены. Как это работает? Все просто. Покупка происходит в пару кликов. Регистрация через ВКонтакте или Google. Оплата с банковской карты или Kiwi кошелька. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас откроется чат с продавцом. Каждая сделка защищена. Продавец не получит оплату, пока вы не подтвердите получение товара. А если вдруг возникнет проблема, круглосуточная живая поддержка придет на помощь в любое время. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков уже воспользовались маркетплейсом PlayRock. Более 400 тысяч отзывов, оставленных реальными людьми после покупки. Покупай, продавай игровые товары по выгодным ценам на playrock.com. Ссылка в описании. Всем фарту, всем заряду на скам. Ты что? Вот, ребят, кстати, вот такие вам могут писать и говорить, что они Егор Крид. Не ведитесь. Вот вам последствия. Вот последствия. Обращение. Человек-мамонт. Вы сделали пешек лавешку и не нуждались в этом, пацаны. Вам надо это делать и надо держать себя в конусе. Надо держать себя в курсе, пацаны. Реально делать пешек это не... Вот, ребят, это скам. Делать кэшек — это не няшно. А что, вот такие были? Оп. Бра. А, вот это пацан! Реально, реально выручил! Уолтер, убери его чем подальше, Уолтер. Кто это? Откуда этот видос? Это мой сервис по Мерседесу, нахуй. Я мужику пизда. О, нет! Ой! Я прям почувствовал эту боль. Ну и чё, второй раз наебнёт? О, нет. Теперь по голове. Да нет, сейчас я орду, если реально второй раз будет. Показал вам. Почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь. Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все вокруг путают нас с тобой? Бля, мы я кажется знаю, кто это будет. Что за хуйня? Похавал. Квинка, слоумо. Банана, садите. Хочу смеяться! Пошел. Вот это крутой. Ой, какой котик. Что за хуйня? Да мне не смешно, кстати, с таких уже не мемов. Знаю, что-то разъебывают именно с абсурда вот такого. Алло. Ой, здоров. Спасибо. Что? С кем он разговаривает? Это был подкаст с First Film, но его вырезали. Просто. Его нет. А представляете, ребят, да. Если на самом деле Мазелов использовал искусственный интеллект и дорисовал своего друга, на самом деле его не существует. А что если Мазелов сам искусственный интеллект, его не существует? А концерты дает двойник. Да не, это ты уж какого-то другого человека описал. Извиняюсь перед психокидом. Мипа обидели. Чё? Что продаю слитый мануал. Слитый мануал. Продаю скрытую инструкцию, скорее всего, дальше. Я верну деньги через 3 дня. Не нужно сватать, пожалуйста. Бля! Не нужно сватать, пожалуйста! Ой, бля. Это не смешно, чуваки. Вот когда слышишь слово сватать, блядь, это ебланы, блядь, тогда полные. Запомните, на каждого, кто чем-то таким грязным занимается, имеется, блядь, такой же, только который под полицией сидит. Это что? Сватать? Это когда ментов вызывают. Это когда тебе, да, блядь, фейк-вызовы, блядь, делают. Когда, да, ты ничего не это делал. Это незаконно, если что. И вот эти челы, они по форумам мониторят, что как, а потом передают инфу куда надо. Поэтому... Вот, чтоб вы знали, блядь.
Осуждаю. Меня так бесит это не обличен. Тихо, я видел это такой разъеб. Это имба. Ребят, еще раз матом ругнетесь, я сказал, двоих нокаутирую. Дети, блин, кругом идете, материтесь. Да, в руки велосипеды и свалили. Руки велосипеды. Бля, ебаный пес. Нель, попробуй эту маску, пожалуйста, на своей пёселе. Что такое помело, блядь? Что такое помело? Хотите, покажу вам, что я заказала. И они скоро придут, сейчас пёрну. Ебать, а что это за осечка? Всё, HyperX. Не знаю, я бы трусы чекнул после этого. Опа! А чё он с мужика рофлит? Ну и чё, бать, оку, бать. Мне кажется, вот Вов в 40 лет ты так же будешь хуярить. Мой соловей, голосистый соловей. Бля, я испугался, нахуй. Это не очень смешно, это крипово. Блядь, рая в Майнкрафте не существует, а так хорошо было бы. Ломака, что ты смеешься? Маму с папой показывают. Твою? Там. Она была как он всегда. Она выглядит как деньги, у нее глаза. Она выглядит как супер-мега. А где окей, упылап? Ледь был в депрессии, не знал, что делать с ребенком. Кто такой Ледь? Господа анимешники, поясните, блядь. Ледь — это Ледь. Леди плюс блядь. А, это блядь. Теперь уже не важно, нет в глазах соли, нет в словах перца, нет больше... Боже, блядь, что за хуйня? Я говорю, короче, ребят, при всем уважении к аудитории Мазелова, вот смотрите, с кем вы Мазелова смотрите. Там же реально ебаты, которые за рофлы не выкупают, какую-то хуйню несут просто. Они, в принципе, ебнутые, блядь. Они у вас, понимаете, среди рофлеров есть реально ебанутые люди у вас, чтоб вы знали, блять, на будущее. Это мужик. Кто, вот это или тот? Тогда мы, ну, ладно. Егор Крид, самый популярный. Камят на деньги. Перекидывайте деньги. Обычно известные люди таким не занимаются. Это популярная тема в мире в целом, в интернете. Известные люди такие камят на деньги. Перекидывайте деньги. Из-за того, что всю сессию. Смартфон такой няшный, френды. Френды, френдов. Блять, нихуя философская мысль. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Ну, у каждого такой видос должен быть. Бля, вот бы наболевал сейчас. Бля, я сейчас сплю. Бурбош, ты спишь? Кто? Я думала, ты пиздишь. Ломак, переведи. Чела Барбос зовут. Бурбон его зовут. Бурбон. Я не можу. Бурбошек. Хочу стол в ребеночек. Боже. На горшку. На горшке. Вставай. Вставай. Иди в кровать. Иди в кровать. Не спи на унитазе. Не спи на унитазе. Боже, как спит ребеночек. Спит как ребеночек. Это безопасно смеяться, скажите мне. Я еще, ну, живу в России просто. Вот скажи мне, пожалуйста, ты не трясись, народ. Скажи мне, пожалуйста, почему ты такой дрищ, вот ты? Пиздец.
печи, в тебя не тиску, я мочи. Мне если хочешь, подрочи, если не хочешь, то молчи. Бля, но мискаст этот The Last of Us, я не могу простить до сих пор, чат. Я не знаю, мне неприятно это смотреть. Мне максимально не нравится, как выглядит Элли, сори. Я ничего с этим сделать не могу. Я не буду лицемерить, блядь, это пи***ц. Чё? Кого он? Плюс чат, если Сёма не VMN легенда. Ты не можешь бить свою жену. Конечно, могу. У меня есть 5 миллионов сил. Это не смешно, блядь. Ринат, скажите свои впечатления после игры. Смотрите, сейчас. Что это, блядь? Что это за хуйня, блядь? Чисто, блядь, пенсил, ебать, сформировался. Я заказал себе средний, думал, что подойдет. Не подошел, блядь. Это он про пенис говорит, это еще и средний, блядь, был. Обтягивает, пиздец, очень жестко обтягивает, прям сильно. И, короче, из-за этого прям оп, и все, и здрасте, здравствуйте, сладкие мои писюльки. Это я, дедушка Панас. И что надо делать для того, чтобы повысить свой авторитет? Первое, что надо делать, это лизать пизду. Этот дедушка... Блядь, он точно не авторитет. Он точно не авторитет, потому что если ты... Не среди тех он авторитет, блядь. Да-да-да. Если ты лизнул пизду, ну как бы тебе в тюрьме жопа. Запреткой ваши действия. Осудите сказать, чтоб так не делал. Что вы творите, мужички? Что вы, мужички, творите? Боже, боже. Ай-яй-яй-яй. Сука, какой придурок вообще этот ты чел просто, блядь. Ой, осуждаем. Ой. Чё, забей, ты еще маленький, чтобы понимать такие приколы. Принцессы в башне сидят. А я... Без башни. Обожаю раком. Я без башни. Я подумал, это я, блядь, вообще. Обожаю раком, когда меня как следует. Этому... 415-й, почему не отвечаете, а база ответит. Я как хочу срать нахуй. Ах ты, милый, милый, милый Августин! Августин! Ах ты, милый, милый, милый Августин! Ах ты, Итак, уважаемые родители, играют дети в игру Бравл Старс или Бравл Боб. Накапливается... С Бравл Боба плюс в чат. У них суперсила. У кого-то из игроков, и он просто-напросто прыгает на всю толпу детей. Этот Эль Примо, как он называет. Нужно, чтобы он с парты. Нужно, чтобы он с парты прыгал. Вот так, блядь. Блядь, это разговоры о важном номер 2 или что? Да, походу. Этот Эль Примо. Вместе со всей толпой падают на парты, летят парты, летят стулья в кабинете. Последний раз. Они упали на парту и раздавили ее. Хесус, что ли, блядь? Это не рофл и не смешно. Ты оскорбил 3 миллиарда маленьких девочек-фанатов Геншин. В наказание за это полагается расстрел. Никита, перепутали посылку. Это его вот эта штука скамная, которая вот эта треугольная. Пирамидка. Пирамидка, да-да-да. Перепутали посылку. Посоветуйте недолгие, не длинные, но интересные аниме, пожалуйста, в комментариях. Необъятный океан, сука, посмотри, дед, блин. Я все маме расскажу, хорошо, что нормальные песни. Представляете, такое бывает. Да кто этот,
Тори Фокс, нахуй, ты можешь мне объяснить, блядь? Алло. Алло. Сейчас, погоди, лага. Алло. Алло, да. Сейчас альтушка будет. Что? Я один раз видел, у тетеньки сиськи от голые вылетели в аквапарке. А ты видел? Да. Бля. Я стоял, ждал, короче, кого-то там, не помню. И она такая слетает, у нее лифчик. Фьюх, улетел, я ебать. Только, я помню, я на море был, меня, короче, брат из-под воды, знаешь, когда выбрасываешь, когда ты наклоняешься и потом там вверх подкидываешь. У меня вверх подкидывают, у меня, короче, в плавке вода набирается. Я без трусов просто, блядь. Чел, такая же заб***. С денщиком погулять в лучшем. Вы понимаете, Хесус даже это спиздил. Кружок из Телеграма, чтобы вы знали. Он даже это спиздил. Подожди, откуда у тебя пятно на футболке такое гигантское? Я что-то пролил на себя, чел. Или это сиська, я не знаю. Что-то пролил, короче. Да я хуй знает, я что, помню, что ли? Ты ж я под шкафом лежу, блядь. О, круче слоумо! Клинка слоумо! Ананас, идите! Долбоёб. Там за голову схватился, сейчас до того, как ударился. Я делаю в каком-то своем верифицированном коридоре, в каком-то своем коридоре. Даже если ваша мама бегает, дочка, мне нужно побегать. Лишний раз... Это не считается, там школьник. Фоль глава. Адак басаль, адак томатным, адак фоль, адак зель. Ну чего вы ждете? Все встаньте с левой стороны от ручки метлы. И побыстрее. Вытяните правую руку над метлой и скажите вверх! Вверх! B U B K U Q B Q. Что за говно, блядь? Я думал, его, ну, реально сейчас приготовят. Я вот под такую музыку обычно готовят. А тут будет запретка, наверное? Ну, я смотрел, был звук другой. Так, не-не. А тут другой. Сраные андроиды. Блять! Ой, сука! Ой, блядь! Кто такой Мазелов, я не знаю. А кто такой Мазелов? А чё вы плачете? А зачем вы плачете? А кто такой Мазелов? Ну, умер. А кто он? Ваш отец? Ну, даже если папа, мама умирают, ну, ничего, это их не путь. Примите его, поблагодарите их, что они дали вам жизнь, вы тоже умрете. Бля, ну это какой-то бабка Тильтасьон, я в ахуе. И чего страдать? Я умрет. А почему страдает? Чувство вины у вас? Понятно, блядь. Ты это видел, Ломак? Я думаю, это фейк. Постанова. Конечно, фейк. Чё, думал, реально срёт, блядь. Не такие крысы, блядь. Знаешь, ты их помыл, когда... Галки, нахуй они. Они такие крыски, блядь, знаешь. Хвостик такой тоненький, блядь. У Алекса, Гарри Поттер была, чё там? Чешплэйры до смерти. Эй, братишка, бля, меня казахи братишка, блядь, называют. Чё за хуйня? Раньше вот здесь же под лестницей жил, потом бэрм, кутер, наверное, полную хату все забрал, родной. И вот это, Рон Сапсарова, блядь, Гермиону уломался. Чё там, родной, кредит закрыть тебе? Вот так, одним взмахом, давай. Ты чё размечтался, родной, в этом жизни? Тут даже Хогвартс бессилен, родной, на кредитуле угрыган. Говорят, магия запрещена мне. Я, блядь, обожаю их. Такие смешные. Спокойно. Бля, вы заметили, у казахов самые разъебные, блядь, рофлы, блядь. Они просто разговаривают, это уже смешно, блядь. Это просто люди харизма какая-то, нахуй. Смотрю, думаю, это же вообще уже какая-то магия, жесть. Чувство юмора тоже магия, вы. Базар нет, магия, блин, хорошо. Ну, на всякий случай с собой ножик таскают тоже. А починать псигазок зама. Ой, дома и так. Вова Салам, я чё-то проебался. Ундамурт келет, басна бутылка каптап стоит по утра, но
Вот так бас, блядь. Так почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь. Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все вокруг путают нас? Че, блядь? Так это ж вообще актер, блядь. Нет? Из Дома драконов, блядь. Он там сестру ебал. Алло, блядь. Да, это он. Как это не похож? Похож. Мы один человек. Пародия на человека. Закрой, ебать, горный житель, сын, ты не человек. Отчим, и отчим, отчим, и отчим, отчим, и отчим. Мой отчим и отчим. У меня есть родители! Пока вы сидите в няшных смартфонах, 500 френдиков скамят вас на миллион. Уолтер, убери клочем подальше, Уолтер. Я собираюсь вывести формулу трезвости, превратить ноль в единицу. Вы готовы, мои неограненные? Вот что? Так он там про алмазы говорил. Мне послышалось, блядь? У меня такое ощущение, что мне послышалось. На самом деле он нет, хотел сказать. Я просто так запаузил в итоге, что так показалось. Превратить ноль в единицу. Вы готовы, мои неограненные алмазы? Боже, я такой мудила, блядь! Я из не осуждаю сделал, осуждаю, блядь. Это профдеформация называется. А чё мне, а в случае, если так вышло, это бан или нет? Я же наоборот, типа, такое услышал, сразу запаузил, блядь. Я хотел орать, инвей, блядь. Как свет, позирование и неправильный образ меняют мою фигуру? Да никак, хуй. Да никак, нахуй, чё за хуйня? Ну, как-то так. Обалдеть, как же она изменилась, жесть. Я просто не узнать другой человек. Почему нас путают с тобой? Мы один, чем что, один человек? Квинка, слоумо! Банана, сидите! Да, чат. Сколько лет исламу? Если учесть, что Мухаммед... Так, пиздуй, так хуй. Не-не-не, там нормально, нормально, оставь. Не, если я с этого посмеюсь, меня ж убьют. Не, там хорошо все. Сколько лет исламу? Если учесть, что Мухаммед родился в 632 году, а откровение по преданию ислама к нему пришло в 40 лет, то получается, что ислам... Сейчас будет шутка про то, что это имя? Мол, в настоящее время 1439 лет. Мне так-то 17! Дошел сам да те убием. Опа. Это дотле. Опа. Ребята, задайте, кто там мне в Roblox. Мне просто нужен Roblox. Я хочу себе сделать крутой скин. Пожаза. Пожаза. Как песню «Ладушки» поет мама. Ладушки, ладушки, сынуля, иди нахуй. Я обожаю эту хуйню. Бля, это рофл, нет? Или вас реально е*** за то, что вы опаздываете туда? Это пи***ц.
То есть, ну, это не рофл? Его оскорбили 4 миллиона, миллиона учителей? 4 миллиарда большое количество? Пою песни про банан. Я думал, это она выпала-то, слышь? Она бессмертная. Она упала с 8-го этажа, и сломала себе только ногу и трещину. У нас какой-то чел тут недавно в России, короче, выпал с какого? С 3-го и помер. Короче, сегодня мы взорвем бабушке печку при помощи газового баллончика. В Японии открылась кофейня, где за $17 в час предлагают поиграться с котами и капибарой. Капибара — это самый крупный грызун в мире. Ласковый, милый. Капибара есть только овощи, коты — только мясо. Капибара спит вместе с котами. И несмотря на высокую цену, людей в кафе много. Пиздец, а есть такое, где женщин трогаешь? Есть. Приют, может, какой-нибудь, реально. $15 в час. Есть, кафешки такие. Детдом, вы что несете? Ну что, ребятки, теперь я стал в два раза красивее. Китайский выучил, блядь. Два. В натуре китайский же выучил. Шо, побежал? Учим китайский. Ты жалуешься, что тебя оскорбляют. Давай, соси. Ух ты, молодец, блин, профессионал. Мы варим зелье регенерации. Это просто никто. Бля, прикинь, кто-то реально подумал, что это оригинал, и вот это надо включать. Так, а, я говорю, ну, Егора Крида, пусть Мазелова показывают. Так можно Мазелова вообще на каждый понедельник, реально поставить, неофициально. Пусть, как альтер-эго какое-то будет. Пусть он остальных. Каждый понедельник что-то новое рассказывает. Да, пусть каждый понедельник какую-то новую хуйню несет, и все, и все будут его включать. И это вот будет народный, так сказать, чел. Роман, почему чат не читаете? Ну, как сказать, почему чат не читаю? Брат, я его как бы читаю, просто время от времени, в некоторые секунды я могу быть занят чем-нибудь еще. Вот это реально имба. Деду прикрепить, дед заплачет и скажет хуй всем. Вот эта буква отвалились, осуждающий, да? Вот представляешь, Лагода? Бывает же такое совпадение. Да я такую же хуйню видел, знаешь, на надписи, блядь, где-то в магазине. Я осуждаю, нахуй. Жиза, нахуй. Как так? Они уползают куда-то, они с ног сползают, ползут, блядь, в свой мир какой-то. Да, 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 чел. Оставил, и да, она у тебя чел. Постояла несколько часов. Да, да, чел, ты такой ядреный хуяришь, понял? Да, все равно бьешь холодный, блядь. Ты так охуенно, ну реально. Это не понять, потому что, блядь, ну что? Ой, блядь, этот чай уже все, нахуй. Йоу, what the fuck is going on? Oh no! Oh no! Oh no! Чего, Литвин? Пиздец, показалось. Мой нос настолько длинный, что могу им отъебать. Это провело на песне. Я теперь у Инстаграме, да. Это какой-то спам. Бля, это типа смешно или чё, блядь?